Йо-йо-йо, Динди ТВ, блядь. Говновложик, нахуй. Сейчас волею судьбы я оказался на... в этом, в парке Горького оказался. Вот это вот здание, я, блин, не помню, это к чему относится, но его отреставрировали. Прикольно смотрится такое, блядь. Ну, жесткий советский прям, блядь. Жестко очень. На редкость что-то тихо сегодня. Понедельник, хотя. Вон там уточки купаются. Я не знаю, как им не холод. Мне если меньше минус 23 на улице и меньше 25 дома температуры, мне уже конкретно дубак, блядь. Я не люблю такую хуйню. Да что, блядь, я хуй знаю. Кому-то зима нравится, я не знаю. Вообще, как поживаете, пацаны? Игорян, Харлам, Димас и все остальные, блядь. Кто меня смотрит иногда, нет-нет. Так, вот это вот замерзший пруд, получается, в парке Горького. Кто знает, он знает, блядь, эту всю хуйню. Вот там где-то бутылочка водочки валяется, где-то вот здесь вот. Это какая-то хуйня, типа душа, что ли, блядь, для уточек. Я не знаю, воду трогать я не буду, может она хуй знает какая. Не знаю, теплая, не теплая, но, блин, она тут течет, короче, здесь утки что-то кайфуют. Не, ну молодцы, молодцы, утята. Вот. Жирный островок. Островок написано. Я сейчас, короче, тут прикололся. Стримы записал, два стрима. Блять, по игре такой. Для мака, короче. Как ее называется? Там, I like basket. Короче, там просто тупо сидишь и мышечкой вот так вот мячик перекидываешь, чтобы в кольцо попало. Такая затупная игра, конечно, хуй знает. Так что можете донатить. Там Яндекс кошелек, блядь, WebMoney, хули, у кого бабки есть, блядь, я знаю, у моих знакомых есть бабки, блядь, у меня есть пиздатые знакомые при бабле, нахуй, у которых заебатые работы, вот, так что можете донатить для, как для продвижения канала моего ебучего, нахуй, который смотрит только я, блядь, ёпта, считай, еще 5 человек, нахуй, вы красавцы. А так я зимой вообще-то не гулял по парку Горького никогда. Так тихо, блядь. Ну я, конечно, здесь еще с утремца, с утра пораньше, блядь. Ну так уж вышло. Так уж вышло, я в этих районах, блядь, сейчас часто обитаю, блядь. Волею судеб так случилось, конечно. Вот. Ну, блин, ну, конечно, интересно, еще погода сегодня, заебись хоть. Солнце так подогревает, руки не так мерзнут. Вообще прикольно. Да, солнце сегодня, конечно, хорошо жарит. Прям поджаривает. Так, вот это вот кафе-веранда. Оно типа такое, блядь, крутое, бобровое, короче. Здесь я как-то весной или осенью, блядь, я не помню, когда все эта хуйня закрыта, она на зиму закрывается. Я здесь, короче, гулял с GoPro-хой и заснял как-то, прямо, блядь, к еблу, считай, преподнес белочки, блядь. Она вот здесь вот где-то шустрила. Я ее, короче, вот так вот, она, ну, короче, она подошла ко мне, что-то там туда-сюда, вась-вась, рамсы-мамсы там. Что-то, ну, как дела, там, динар, все, вся хуйня, блядь, не хочешь ты, я считал, у меня канала все, ой, как его, это еще блогер, вот этой хуйней не занимался, блядь, тупой, блядь, вот, подошел, говорит, хочешь мне, хочешь, говорит, канал, сделай себе на ютубе, я говорю, ты что, погнал, что ли? Он говорит, нет, нет, типа, сейчас все, вся школота такой хуйней занимается, блядь, я говорю, ну, ты что, погнал, что ли, не, я, конечно, я дебил, блядь, но не настолько, нахуй. Но походу у меня у самого тогда была белочка, блин, я с фляжечкой ходил. Там с алкахой, блин. Походу я тогда белочку словил, нахуй, и вот со мной белка разговаривала. Разговаривать начал с такую хуйню. Так что сейчас я сделаю тут парочку селфи оперативных. Не болейте, блядь. Всем мир, хаю-хай. Вот. Гулять я не знаю. Сейчас можете не гулять, пока зима, нахуй вообще по улице ходить. Ждем лета, ждем весны. До тепла, пацаны. Баус.